Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Project Zomboid с максимальным количеством зомби, и в прошлой серии мы нашли один из самых ценных для нашего прохождения предметов, пилу, и распилили бревна, которые мы в одной из прошлых серий нарубили. У нас теперь есть довольно много копий, да, 26 тут лежит, 2 на мне и 7 в рюкзаке, и еще у нас немного вот здесь есть в запасе. Ну и у нас... Что самое теперь главное, да, есть возможность разбирать практически всю мебель. И это довольно много досок. И, соответственно, довольно много копий мы сможем сделать. Вот. Но, правда, нам еще нужно будет найти, где эту мебель разбирать. Да, добраться. Ближайшие дома у нас вот эти и вот эти. Где можно что-то разобрать. И мы, наверное, пойдем сейчас вот сюда. Туман, конечно, какой-то прям страшный. Ну ладно. А, стоп. Мы можем еще, наверное, перекусить немного, прежде чем пойдем, чтобы голодным не идти. Или, может быть, с собой взять еды какой-то. Пока хотелось бы, конечно, чтобы туман немного прошел. Так, капуста нет. Есть у нас там, да, у нас есть еда. Давайте мы сейчас четвертинку съедим. И все, этого хватит нам до конца дня, я думаю. Все, пошли. Давайте, может быть, для начала мы немного тут вот покричим, чтобы зомби... Все повыходили, которые тут по лесам прячутся. Может, копьецо сломаем, да новое сразу возьмем. Угу. Ничего вообще не видно. По-моему, это один из самых сильных таких туманов. В первой серии у нас тоже туман был, да, когда мы из города выходили. Но как-то попроще был. Было лучше видно, по-моему. Хорошо так собрали, слушайте. Сейчас. Я копье достану, да? Нам сейчас, в принципе, уже нет, наверное, смысла бить зомби ногами. Я слышу, как будто бы голубей каких-то. Так, ножницы, наверное, мне не надо. Все. Со всеми разобрались. Кто поблизости здесь был. Давайте попьем воды сейчас. Возьмем два копья с собой. И будем двигать к тем домам. Копья у нас по-прежнему, конечно, ломаются еще весьма быстро. Так, а что у меня перегруз? А, из-за часов? Черт. Неужели из-за часов так все плохо? Да, реально. Все, погнали. Ну, конечно, туманище прям жуткий. И уже сколько? 3 часа этот туман, да? Все никак не проходит. Вон, да? Еле-еле силуэт видно.
Что там у него? Отвертка. Блин. Ну ладно. Придется немного с перегрузом походить, пока мы это копье не доломаем. Вот это, конечно, туманище. Просто мгла какая-то. Я уже жду, когда какие-то твари повылазят. Так, там еще один идет. Надо будет до того дома... О, мы уже устали. Но возле того дома надо будет передохнуть, воды попить. Хорошо. Часики еще одни возьмем. Одно копье за спину. Одно в мусорник. И все, перегруза уже нет. Уже хорошо. Так, но побежали. Блин, ни черта вообще не видно вон. При этом зомби нас видят вообще без проблем, как и раньше. У них зрение, как я понимаю, от тумана никак не зависит. Так, это мы... А, ну да, вон, заборчик, хорошо. Мы весь этот забор разобрать, кстати, можем. С каждого где-то можно получить... Ой, аж перепрыгнул кусок забора. По одному... По-моему, по одной доске. С каждой клеточки забора можно взять будет. Не всегда там с каким-то шансом. Но больше половины точно даст нам доски. То есть тут, считайте, десяток, два десятка копий с этого забора мы можем сделать без проблем. Так, ускоряемся. Хорошо. Боль у нас незначительная от крепатуры после всех наших приседаний. Стулья все вот эти мы можем разобрать теперь, да, и полки все абсолютно можем разобрать. Кроме там вот раковины, например. Ну, короче, да. С пилой. Это красота. Смотрите, какой классный забор. Смотрите, сколько копий. Так, давайте посмотрим теперь карту. Куда нам надо... Ага, нам дальше еще. Мне кажется, или туман немного рассеивается уже... Чуть лучше видно становится. А тут вот вроде снова густой такой. Ха. Не, лучше видно становится. Намного уже лучше стало, да. Так, кто тут рычит? Ага. Не вижу. Там зомби с сумкой. Еще ножницы в нем торчат. Но нам ни то, ни другое не надо. Вот мне не нравится вот такая спортивная сумка, которая настолько черная, что под цвет интерфейса. И, ну, довольно много одежды и всяких разных предметов. Есть вот таких вот прям черных, да, он как труселя вот эти. Не, тут чуть-чуть видно. А если монитор немного, да, нагнуть мой, то еще лучше видно становится. Но вот эту сумку я вообще просто не вижу. Как черная иконка просто сливается с интерфейсом. Такую я носить не хотел бы.
Что-то как-то я так резко вышел вообще, да? Тихо, тихо, тихо. Поехали. Ну, туман зато уже полностью прошел. И это хорошо. Так, разобрались. Минус одно копье. Конечно, тут за копьями еще, наверное, придется вернуться. Если я хочу там более-менее зачистить и зайти туда. К тем домам. Тут у нас получается один двухэтажный и один такой поменьше домик. Наверное, сразу к тому, который поменьше, пойдем. Мы к нему чуток ближе, кажется. Одна отвертка к нам идет. Но мы еще не устали. Это хотя бы радует. Так, отвертка сюда. Там еще, по-моему, вилка садовая была в одном из них. Мы ее, наверное, брать не будем даже. Так, хорошо. Где там наш дом? О, далековато, да? Ну ладно. Еще одна отвертка. Наушники заберу тоже. Так, отвертку. Я вот не знаю, надо ли мне много прям отверток. Вроде когда они как инструмент используются, опять же, да, они не ломаются. Но. Их можно приматывать к копьям. Если много скотча вдруг каким-то образом у нас будет. Слушайте, к этому дому ближе, да? И меньше зомби вроде по дороге. И тут посидеть можно, передохнуть. Идем, наверное, сюда. Хотя там сейчас из лесу повылазит еще целая куча, и да, и отсюда тут поприходят. Но стульчики, стульчики есть. Да, давай, помирай. Подглядывал там за кем-то, да, в окно. Садиться, наверное, не буду, просто попробую отдохнуть, пока тут к нам подходят зомби. Ну а теперь, наверное, можно еще и сесть. Но скорость тут включать, наверное, не стоит, да, когда мы так
близко к неживым. Так, все, встаем, встаем. Тут вот гриль у них такой хороший есть, с пропановым баллоном. И если отключится электричество, и мы будем все еще вот в этом доме жить, ну там, где мы сейчас живем, то, наверное, я этот гриль с собой заберу туда. Он тяжелый, сам гриль, по-моему, 20 килограмм весит. Пропановый баллон тоже 20 килограмм. То есть это будет та еще походка. Тот еще поход. Ну, в общем. Но удобно будет на нем еду готовить все-таки. Так. Давайте в округе тоже тут немного почистим сразу. Куда-то вывалился или наоборот завалился. Ладно, попробую зайти аккуратненько. Двери эти откроем. Так, пустим их. И у нас всего ничего. Осталось копий. О, изолента. Как раз, да, о ней только говорили. У нас, по-моему, дома одна еще есть. Но приматывание всякого барахла к нашим копьям делают копье более тяжелым и больше выносливости тратится. То есть быстрее я буду уставать, махая копьем, когда к нему что-то примотано. Так, давайте по порядку, наверное. Не факт, если в дверь не стучат, то не обязательно, что там никого нет. Так. Тут пусто. Зубная щетка нам не нужна пока что, во всяком случае, в игре, да? Так, карандаш давайте возьмем. В избранное добавим. Пятый том, девятый, десятый. Ну, в принципе, можно взять эту книгу, да. Она нам пригодится еще очень не скоро, но испорченная дохлая мышка, газовый ключ возьмем. И как оружие можно использовать, и как инструмент вроде тоже нужен. Так, так, там ничего. В тумбочках карандаш. Мне еще резинка нужна для полного набора. А то пока стирать заметки всякие нечем. Так, хорошо. У нас теперь только кухня вроде осталась. Сейчас осмотрим ее. Курсы газосварки, третий том. Ну, ладно, возьмем. И простую книгу возьмем, просто потому что у нас сейчас все копья поломаны, да, и по большому счету нам нести особо нечего. Сырой попкорн. А попкорн я, наверное, не смогу приготовить.
Дома, потому что у меня микроволновки нет. Давайте здесь сделаем его. Я возьму мыло и чистящее средство. И, наверное, губку тоже возьму. Я не уверен, для чего они нужны нам. И нужны ли они нам вообще. Вроде чистящими средствами можно вытирать кровь. Вдруг, если, да, захочется. Там зомби вдруг в дом зашел, мы его убили. И все стены сожженные. Не, ну в принципе, да. Нам попкорн-то готовится сколько там? 3 минуты. Что-то я перестарался с попкорном. Ладно, да. Отвлекся немного. Так, ну вроде бы все. Тут мы все зачистили. Можем идти, наверное, домой. Отметим, что мы здесь были. И да, пожалуй, идем домой. И на следующий день сюда вернемся. Еще зачистим вот эти. Ну, маленький дом, и там сарайчик еще есть. А сейчас разгрузимся и возьмем, конечно же, копий. Почитаем немного. Книжка у нас там есть про собирательство, чтобы быстрее докачать его. Может, поприседаем, как раз у нас времени хватит. Я думаю, бежим. Тут поле чистое, хорошее. Можем даже вот так вот сделать. Потопали, потопали. Перегруз из-за того, что мы уже немного проголодались. Может, стоило, конечно, передохнуть тут. Мы будем надеяться, что тут никого не будет по дороге домой. У нас именно возле дома. Вроде нормально. О, так, тихо. Есть тут парочка, да? Ну, с парочкой мы справимся даже. Ну, это вот это нормальное состояние такое еще, когда у нас легкий перегруз, легкая усталость, это... С этим можно еще поработать. Недолго, конечно, но да. Так, не идет. Никто за мной. Окей. Из еды у нас только морковка и консерва. Вот эту сардину можно открыть без инструмента. Без открывашки. Так. Есть, наверное, я еще потерплю пока. Давайте мы... Во-первых, книжки... Да, вот мы опять курсы газосварки взяли. Третий том, у нас 2 штуки их. Мы... Во-первых, одну переложим. Давайте сразу куда-нибудь... Вот в этот дальний шкафчик. Угу. И книжки, если их вот так вот открыть... то мы точно будем знать, что эти книги у нас дома есть. Мы, получается, когда шкаф откроем, и там будет такая же книга лежать, она будет открытая вот таким вот образом. Поэтому будем оставлять открытыми. Так, курсы собирательства. Да, я как раз почитать хотел, пока светло. Давайте почитаем, хотя и в темноте, в кромешной, можно читать, да? Пока светло. У нас же еще электричество не выключилось, правильно? У нас светло здесь еще будет какое-то время. Но и в темноте, в полной можно читать. Это, мне кажется, довольно большой такой минус. И вроде мод есть, который не позволяет читать в темноте. Но пока про темноту мы и не думаем. Так, хорошо. Пока что этого хватит. Нам, я думаю.
Я, наверное, завтра поем. С утреца. Сейчас пока снимем рюкзак, посмотрим, нет ли у нас перегруза. Нет, и у нас есть еще часик для приседаний. Поехали. Так, как у нас дела? По-моему, мы около 500 опыта за сегодня в фитнесе взяли чисто в бою. Немножко опыта в силе. Да, собирательство у нас множитель 1. Надо еще книжку будет немного почитать, чтобы множитель был чуть больше, чтобы мы до четверки быстрее докачали. Бег понемногу качается. Проворность. Очень важный навык, да. Он влияет на скорость передвижения в бою. Когда мы вот правой клавишей нажимаем и в боевую стойку становимся, мы медленно двигаемся. И чем выше проворность, тем быстрее мы вот в этом, в боевой позиции этой двигаемся. Это, конечно, очень важный навык, но он будет очень медленно качаться, конечно же. Скрытность и легкий шаг, в принципе, не особо нам нужны. Копья уже скоро в двоечке будут, это меня очень радует. Прочность тоже самый важный навык, наверное, потому что позволяет медленнее ломаться нашему оружию. Ну, все остальное у нас пока, да, нам пока не особо нужно. Ну и рыбалка, да, рыбалку, про нее забывать не стоит. Кстати, может быть, давайте сейчас я, наверное, спать лягу сразу, ровно в 12. Может быть, стоило бы... Какой? Блин, 2 часа я только поспал. Приснился страшный сон, и снова я в панике проснулся. Сесть на землю. Так, ну, это, значит, повод пойти еще раз что-то почитать. А, мы можем снова спать? А я, типа, больше часа отдыхал, походу, да? Просто после того, как просыпаешься посреди ночи вот так вот, нельзя лечь спать какое-то время. Может быть, час как раз где-то нельзя лечь спать. Сейчас у нас будильник зазвонит. Ну, нормально, мы хорошо поспали. Со второго раза справились. Так, сумку на спину. Копье в руки. 7 копий мы берем. 6-7 с собой. У меня там одно было, да? Наверное, выложим тогда одно. Так. А, ну правильно, нам надо поесть или нет? Неправильно, что-то у нас... Ага. Ну, слушайте, как много весят карандаши и ручки эти. Обалдеть. Там как будто бы рисовальный набор целый. Я их всегда вот так носил в этом самом, черт. Ну, это, считайте, копье целое можно еще одно взять. Так, мы едим полностью вот эту вот еду. Что у нас еще из еды тут осталось? А, и ничего не осталось, да? Все. А, нет, еще пару рыбок есть. Окей. Этого нам хватит на сегодня. И завтра мы пойдем рыбачить. А сейчас, во-первых, как обычно. Здрасте. Что это у вас тут собралось так? В одном из зомби, по-моему, нож был. Я надеюсь, кухонный. А, для конвертов. Жаль. Так, и что это мы тут такой толпой делали?
Непонятно. Что-то все больше и больше зомби, да, у нас вокруг дома бродит. Ты куда пошел? Я тут. Алло. На спину. Пойду еще немного вот сюда вот выйду. В лесу покричу. Тут парочка всего. Сейчас, конечно, из лесу еще 10 штук выйти может запросто. Ну, вроде норм, больше никого. А. Блин, окном не разбили. Стоп, что-то я не то положил. Легкая тошнота. Наверное, из-за большого количества трупов, я так понимаю. Есть такая штука в игре, когда... много трупов, и персонаж, ну, долго находится в окружении разлагающихся тел. Так, ну все, идем. Но, может быть, мы что-то съели не очень свежее уже, да? Вроде в холодильнике еда лежала нормально, до этого мы ее ели, и нам не тошнило. Но мы ели, по-моему, по четвертинке, по чуть-чуть. Может это как-то влиять, если у нас, например, гриб отравленный все-таки мне наконец-то попался. Так, я пойду, наверное, еще за... Стоп. За одним копьем пойду, да. Как-то там у нас сила еще не скоро, да, прокачается еще на одну единичку до троечки, чтобы мы еще могли чуть больше копий носить. Было бы очень хорошо рюкзак найти, какой-то более нормальный там... туристический, например, или, может, там военный какой-то рюкзак есть, который больше, сильнее вес уменьшает предметов, которые в нем хранятся, и больше предметов помещается, по-моему, чем в сумке. Но сумка это, конечно, тоже в любом случае хорошо. Но есть к чему стремиться, да? Сейчас точно так же бежим к тому дому, отдыхаем, и потом возвращаемся... немного вниз и лутать соседние дома. Как раз нам разминочка. Как там? Легкая тошнота пока. О, у нас уже ожирение прошло, да? Мы немного... Сколько? 5 килограмм мы сбросили за это время. За сколько у нас? Какой день вообще сейчас идет? За 13 дней 5 килограмм сбросили. И уже у нас просто избыточный вес. Ну, теперь еще надо сбросить 15. Всего ничего. Так, отдыхаем. Попьем воды заодно здесь.
Наверное, мы первым делом сейчас пойдем. А, нам дальше бежать еще, да? Правильно? А, да-да-да. А вот в этот сарайчик заглянем. Для начала. Ну, мы, наверное, к дому вернемся. Ты куда? Возле дома можно будет еще передохнуть, и там немного зомби почистим в округе. Мы, по-моему, как-то вот так шли, да? В прошлый раз к дому. Или нет? Трупа вроде нет, значит, наверное, не так. А, это мы в угол. А, я понял. Ладно, тогда к этому пойдем. К небольшому дому для начала. Зачистим здесь всю территорию. О, копья плюс один. Прекрасно. Прекрасно. Так, двое идут с разных сторон. Собралась. Да, тут, наверное, мы ближе к лесу будем идти. Из леса меньше как-то выходят. Наверное. Не знаю, сейчас посмотрим, короче. Я тебя вижу. Для конвертов ножик. О, у этого там нож торчит. Но это может быть нож для масла. У него тоже большая моделька, как и у кухонного ножа. Поэтому не всегда можно. Так, я пошел. Не всегда можно понять, что там конкретно. Первое копье. Так, от деревьев подальше отходим обязательно. Нож для хлеба, да? Не для масла. Как я сказал, и для хлеба. Блин, тут еще тоже собрание возле дома целое. И эти сейчас тоже все соберутся. Ну... пусть собираются. Я еще когда вот воду пил в том доме, да, походу я раньше, чем надо, сдвинулся с места, и персонаж нас не напился. Мы уже устали. Там еще один нож какой-то неизвестный. Я сразу так. Нескромно. А, еще надо было посмотреть, сколько у нас зомби убито в начале серии было. И сколько мы за эту серию нащелкаем.
Но гораздо бодрее уже, конечно, идем. И копья немного прокачались, и... Запас копий есть, уже не так жалко их расходовать. Так, там он еще в лесу кто-то прячется. И в доме еще кто-то есть. Давай, добивай его, там елки тряслись страшно. Ранец нам не надо. Берем осколки стекла. Ага. Там может быть несколько зомби, которые пытаются дверь поломать. Наверное, опасно будет там в маленькой такой комнатке выходить. Наверное, подожду пока. Он двери там сломается. Я вот не знаю, там может быть в две двери стучаться, конечно. Мы можем пока посидеть. Хотел, называется, отойти. Короче, не получится посидеть так просто. Там еще идет, а что ж ты будешь делать? Не передохнуть. Еще один. Два. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сесть на землю. Просто сидим, смотрим по сторонам. Мы и с этой стороны уже можем зайти. Тут уже вроде как и никого нет почти. Порадуй меня ножом. О, кухонный, нормально. Охотничий получше, конечно, но кухонный тоже пойдет. Так, ну, вроде бы в эти двери только один ломится зомби. Давайте. Просто, да, вот видно было, что звук второй идет от вот этой двери. Мы видели вот этого товарища. Отдохнем немного. Посидим, может быть, даже. Внимательно смотрим, чтобы к нам никто не шел. Кто-то где-то окно сломал, разбил. Встаем, встаем, встаем. Теперь можем это окно закрыть. Вроде больше никто не ломится. Все, кто хотел к нам зайти, все зашли. Подушка. Вроде бы ничего подушка не делает. У нас есть качество сна на кровати. Но оно, по-моему, исключительно от
кровати зависит. И подушку нам не надо. Так, все, отдохнули, хватит. Витамины, журнал, карандаш. Забираем. Ключ от дома. Переложим ко всем ключам. Еще один. Попьем быстренько. Так. Тут еще телевизор включен, поэтому наш шум сходится, наверное, зомби. Немного консерв, свежее яблоко. Яблоко можно, наверное, сразу даже съесть будет сейчас. Посмотрим. Вроде больше ничего интересного. Телевизор. Выключу. Все правильно. Скромненько. Скромненько. Ладно, выходим так, как и заходили сюда. В принципе, у нас есть еще запас копий, у нас есть еще запас времени, и мы вроде бы не сильно устали. Поэтому яблоко я, наверное, сейчас съем полностью. Полностью? Можно было и не полностью его есть, на самом деле. Ну ладно. Так, ну и да, тут по-скромненькому мы можем заходить, обходить через этот дом. Еще в машину заглянуть. Может быть, у нее в багажничке что-то будет интересное. Если багажник вообще открыт, конечно, будет. В саму машину мы зайти не можем. Хорошо. Пустая бутылка и насос. Бутылку я возьму, полиэтиленовые пакеты нам не нужны. Насос, я думаю, мы еще найдем. К тому времени, как они нам понадобятся, да, мы еще найдем насосы. 2 килограмма весит, я думаю, что нет особо смысла его таскать с собой. Ну давай, подходи по одному. Главное всегда, прежде чем добивать лежачего, разобраться с теми, кто подходит. А то пока у нас анимация добивания лежачего идет, нас и укусить могут. На 5 метров кровь брызгала с него. Ой, все копья сломал, которые на мне были. Берем за спину, в обе руки. И выкидываем 2 сломанных. Так, как у нас дела по навыкам? Нормально так копья качаются, 64 опыта уже получили после того, как вторую единичку в копьях взяли. Фитнес скоро в двоечке будет. Ч
часы. Заберем. Тут, блин, конечно, толпища сейчас. Тоже придется с ними со всеми разобраться. Блин, сломалась. Что-то эти два копья прям супер быстро сломались так. И у нас только одно осталось. Ай-яй. Возьмем нож. Прицепим. Тут еще, да, могут сагриться на нас так. Немало зомби. Я не помню, есть тут... А, нет окон. С этих сторон. Дверь закрыта. Бьем окно и отходим. С ножами я, конечно, очень плохо обращаюсь. Опыта у меня нет особого. Не у моего персонажа, естественно, да, нет опыта с ножами обращаться, не у меня. Ну, мы вилкой там ковыряли кого-то вначале. Почти то же самое, только чуть лучше, чуть удобней. Если что, мы справимся, я надеюсь. Так, двери откроем, закроем на всякий случай. Что там у нас, лампочка... Веревка, коробка гвоздей, это хорошо. Лопата для снега. Интересно, как она в качестве оружия. Ну все. Мы тут осмотрелись. Да. Нормально так повоевали сегодня. Давайте меточку поставим. Сюда и сюда. Там коровник, там ничего нет. Можем и туда меточку поставить. Ну, во всяком случае, я там ничего не видел. Там нету ни полочек никаких, даже ничего. Так. Все, теперь аккуратненько уходим отсюда. Я, наверное, передохну, прежде чем мы побежим, наверное, домой. Без перегруза можно и пробежаться, но... передохнем для начала. Немного. Угу. О. Пойдет. Так, окей. С вот этими районами мы закончили. Теперь будем двигать в сторону города. Потихонечку. Сначала к ферме, которая между нашим домом и городом. И там соседние дома возле фермы тоже полутаем, посмотрим. Ну а потом будем потихоньку в город двигать. Так, уже наш персонаж уставший. Я предлагаю просто пробежать вот тут через весь этот лес. Тут пара зомби, да, есть. Что-то повыходили на дорогу. Но они нам не особо интересны. Тут, наверное, отдыхать уже не будем, просто бежим домой. А если... Кстати... Пойти сюда. О, можно... А, он каждый раз как-то так стартует.
Ладно, просто побежим. Благополучно добрался я до дома. Никого не было по дороге. Так, теперь что мы выкладываем? Вот это все в холодильник. Сейчас, может быть, эту свиную отбивную приготовим и съедим. Пустую бутылку давайте мы сразу наберем воду, пока вода еще не закончилась. Попьем заодно. И бутылку выложим. Да и, в принципе, мы тут все выкладываем. Все, томатную пасту еще тоже в холодильник можно скинуть. Все остальное сюда. Угу. Ой, виноградная листва. А, стоп. Стоп. Промазал немного я, промазал. Лампочку в холодильник точно не надо. Так, мы выпотрошим сейчас последние две наши рыбы. Надо будет завтра, да, рыбалкой заняться. Выпотрошить обе. Нож, во-первых, надо выложить. Тоже. Пусть тут лежит. Возьмем книгу по собирательству. Так, возьмем сковородочку. Три куска рыбы, наверное, положим. Они маленькие, не особо сытные. Или два. Мясо положим, кусочек, да, как раз свиной отбивной. Гриб какой-нибудь свеженький добавим, сытный. Так. Лемонграсс какой-нибудь тоже. Чтоб веселее было. Наверное, еще кусок рыбы я добавлю, чтоб так ее не есть. 43. Так, хорошо. Овощную смесь. Морковь. Да, можно морковь добавить. Это как минимум полезно. Все, ну и можно томатную пасту какую-нибудь. Для вкуса, да? Минус много несчастья. Но у нас персонаж вполне счастливый, так что это не столь важно. Так, сейчас, наверное, приготовим рыбу. Рыба быстрее приготовится. Да или, в принципе, можно по дороге уже читать сразу. По ходу. Пока готовится. Но рыба быстро готовится. Нужно будет сейчас отменить чтение. Переложить рыбу или съесть ее сразу. Потому что если просто так вот взять, перекинуть рыбу в инвентарь, то он продолжит читать. И только когда закончит читать, тогда сможет переложить сгоревшую рыбу к тому времени. Так, читаем. Можем теперь сесть. У нас есть еще чуть время, пока готовится вот эта вот еда. Чуть-чуть даже можем скорости добавить. Так, все, выключаем, забираем сковородку. Сковородку, наверное, мы что, в холодильник пока положим, есть сейчас эту вкусненькую свежую еду не будем. Почитаем, у нас есть еще чуток времени, пока... Да, черт, нет, мы просто сядем, мы не можем, да, именно отдыхать конкретно и читать. Поэтому просто восстановим силы, спокойно читаем. Все, теперь надо именно отдохнуть. Я все-таки хочу, чтобы снять напряжение. Не снимается оно что-то совсем. Не снимается. Попробую еще раз. И я все-таки хочу еще поприседать немного. О, так, есть контакт, хорошо. Давай.
Сколько? Ну, часик, наверное, многовато будет. Давайте полчасика. Полчасика. Нам 500 опыта в фитнесе еще надо взять, чтобы единичку получить дополнительную. Так, и можем ложиться спать. Дождь пошел. Дождь пошел. Так. Такс. Надо подумать. Хочу ли я, в принципе, вообще садить здесь? У нас там были какие-то семена, да? Хочу ли я их садить? Я просто, если сваливать отсюда будут, ну, там, в ближайшую неделю, то вырасти ничего не успеет. Там, по-моему, 2 недели растет все это дело. Наверное, не. Наверное, мы садить ничего здесь не будем. Будем уже там, где-то возле полицейского участка. Возьмем пару копий с собой, не больше. Это возьмем в руки, одно еще вот за спину. И сейчас мы день рыбалки еще устроим. Серию я пока заканчивать не хочу. Время уже такое, что можно было бы закончить. Но один день рыбалки мы втиснем в эту серию. Может быть, собирательство, может быть, да, что-то найдем. Давайте, наверное, по той тропинке мы пойдем. Как там наше собирательство? Бонус 2 множитель идет. Помимо 70%, 75% этого бонуса, да? От веток никогда не отказываемся, конечно же. Давай, я успею. Ой-ой-ой, тут что-то слишком много рыбаков, я смотрю. Неожиданно. Я еще не ел сейчас, да, у нас небольшой штраф к силе, по-моему, уже есть от голода. Но если я тут собираюсь день рыбалки устроить, то, в принципе, нам есть и не надо. Но надо убедиться, что тут никого больше нет. За день они, конечно, могут сюда прийти еще, да, в эти все леса. Им будет тяжело отсюда выбраться с полностью забитым инвентарем рыбы. Ну, короче, да. Давайте почистим перед тем, как заняться рыбалкой. Хорошо так чистим. Угу. Так, там вроде тихо, спокойно. Покричим, чтобы из лесу повыходили все твари лесные. Вот этих тоже избавимся. Ножик у него почти в кармане. Чуть-чуть промазал, видимо, когда в карман нож ложил. Охотничий, класс. Еще бы топор в каком-нибудь из них был, да? Это вообще было бы замечательно. Так, ну вроде бы все, почти все. Ну, они до нас, наверное, не дойдут. Давайте быстрее
рыбалкой займемся. В спортивную сумку. Поехали. Навыки откроем. Ох. Мельтешит в глазах-то. Щука пошла. Хорошо. Средненький сомик. Давай-давай, тут еще пару рыбин есть. Туфли, блин, туфли тоже считаются. Так, ну хорошо. День рыбалки закончили. Нам еще много таких дней предстоит провести, да. Занимаясь, в принципе, исключительно рыбалкой, по большому-то счету. Потому что мы только чуть-чуть подняли навык, да? А нам еще надо как минимум 4, желательно 5 до наступления холодов, до наступления зимы. Там уже, в принципе, когда вот осень холодная начинается, то уже рыбачить сложнее становится. Именно копьем. Так, тут у нас возле дома ходят теперь бродяги. Сейчас мы, конечно, не в самом лучшем состоянии после, да, рыбалки. Но будем надеяться, что нас никто не заметит. Выкладываем рыбу в холодильник. Всю вот эту хорошую рыбу в холодильник. Вот это вот сюда все пойдет. Чуть скорости добавим. Так, хорошо. Теперь съедим вчерашнюю еду. Половину. Ну, половину, да, можно смело есть. Половину и еще четверть запросто, я думаю, мы сейчас можем съесть. Как там наш вес? 99. Мы завтра половину эту доедим. Думаю, да. Так, попьем. Почитаем книжечку про собирательство. Еще немного. Два. Два с половиной бонус. Три бонус. Все, хватит пока нам. Это мы только половину прочитали. Наверное, 5 максимум с книжки мы можем получить, если я не ошибаюсь, множитель. Такс, такс. Ну и у нас час приседаний. Обязательный. Погнали. Какая-то кровавая луна, как будто бы. Все, и можно теперь спать. В 11 сегодня пораньше. Я спать нажал? Отдохнуть, наверное, нажал. Мы рано проснулись очень. Хорошо. Так. Ну, на этом мы серию заканчиваем. Довольно продуктивненько мы так сегодня почистили вот тут территорию, да. Довольно много зомби перебили. И дальше пойдем вот сюда. Тут уже меньше бегать придется и больше воевать. Тут мы видели, как много зомби, когда вертолет за нами летел, да. И сейчас с ними со всеми придется, наверное, там разобраться. Ну, может, не со всеми, конечно, но частично... Несколько дней так точно нам понадобится там для просто вот зачистки. 456 зомби. Сколько у нас в начале серии было, я даже не знаю. Но в любом случае, эта цифра будет с каждым днем все больше и больше становиться, да? Вот. С каждым днем все больше и больше мы будем истреблять зомби, потому что все проще и проще это занятие будет для нас становиться.
Да. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.